Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами я, LeoPlay, и мы сегодня будем начинать играть в Майнкрафт выживание с модами. Итак, для начала нам нужно дерево. Да, нам нужно дерево. Так, залазим сюда. Рубим деревце. Дорубаем его до конца. Дорубайся уже. О, у нас достижение проверить карман. Отлично, за это прям лайк и подписку. Ну, не за одно достижение, конечно, но это мое первое видео. Поэтому так получится, может. Плохо, я золотый. Итак. Ща. Что я должен сделать? Сверчки задолбали уже. Так. Берем кирку. Делаем так. Ловим верстак. Идем на охоту за камнем. Да, это охота за камнем. Ничего странного. Охота за камнем, это когда ты находишь камень и копаешь его. Ой, здесь еще камень. А, вот камень. Дружище, как тебя долго искал? Ну, недолго искал. Минут так... Две. Наверное, две минуты я его искал. Пока я там собирал дерево. Это будет серия подготовительная, потому что не надо бросаться в меня тапками. И поэтому мы должны сегодня выжить или хотя бы даже деревню найти. Воу, что-то светло стало. Не понял. Так. Собираем камушек. Этого количества нам будет достаточно. Надеюсь, это будет так. Так, наша первая хатка бобриная. Коровки. Коров здесь просто дофига. Так, что я делаю? Кар-кар. Топор. Так, вот так вот, прыгут, всё. Кар-кар! Вот так вот. Так вот, делаем меч, выбрасываем палки, собираем верстак, собираем палки, берем с собой меч и выбрасываем. Ура! Еда первая. Ну, почти еда. О, лава! Слушайте, друзья. Очень даже классное место. Так, бей. Пустые. Так, что же мы будем в этой серии делать? Подготавливаться к нашему дому и к нашей новой майнкрафтерской жизни, которая, возможно, скоро закончится. Что? Где овцы? Я не могу понять, где мои главные существа в Майнкрафте. Енот! What the heck? What the hell?
Вот. Вот. Я теперь могу превращаться в енотика. Ура! Я! Чё я? Это такое? Что я делаю? Я сумасшедший. Я пытаюсь сделать так, чтобы эта сирена меня не бесила. Чи. Сейчас. Блин. Короче, добываем камушек. Сколько можем... О, уголь. Вообще-то я сюда и шел. За углем. Чтобы потом пережарить мои 7 стейк. Будущие жареные. Коровятина. Вообще, что я несу? Надо выживать! Тут 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 тут. Ой. Моя самая главная проблема, то что я очень плохо нахожу лес. Это самый мой главный косяк. Моя жизнь. Так, где мой топор? Топор самое лучшее оружие. Не знаю, зачем я это сделал меч. О, второе достижение. Это лайк, подписка. Страшно, да? В этом нет. Все такие еду берут. О, дырк. Можно я голос? Спасибо. Спасибо, что вы такой добрый. Что они там вздыхают? Прям как я. Так, это мое самое нелюбимое дерево, потому что его потом надо сбрить. Давай, брейся, мой юный друг. Мое дерево, которое я тебя срублю сейчас. Короче, наша сегодняшняя задача построить дом. Хотя бы коробку. Эх, все, пенек срублю. 20 доз дерева. Эй. О, стоп, стоп, ничего себе. Ры-ры-ры. Соседи тусят. Наши соседи тусят. Ура. Чи. Что такое со мной? О, это ты кто? Это медведь. Господи, там тигр. У вас, о, овцы. Где мои? Это овцы. Овца. Овцу! Так, надо их паром быстренько замочить. Ой, ё-моё! Ё-моё! Я думал, ты уже не голоден. Ё! Это нечестно, тайгер! Это мои овцы! Ты понял меня? Я его сейчас закомбашу, кажется. Или он меня. Я хочу одну овечку еще. Еще одну. Ну, еще две. Спасибо, мистер Чайдер. О, сколько. Сколько всего. Ура. Ночь. Ура. О, нет. Точнее, ура и его нет. Так. Так. А, черт. А. А. Так, так, так. Живо, живо, живо. Делаем кроватку. Делаем по-быстрому кровать. Делаем все по-быстрому. Тут, 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 тут. Где кровать? Синюшка? Я чё? Это твой конец. Что ты такой жучий?
Тигр ушел. Ну и хорошо. Почему спать можешь только... Ух, уже ночь. Наломать дрожь. Достижение. Где рабочий стол? Где это все? Это все мое должно быть. Соседи реально что-то тусят. Так. Домик у меня будет не маленький. Такой средненький, толстенький, жирненький, пухленький. Какой-то домик. Никогда будет у меня. Свинка, ты дожиловаешь своего часа. Какая? О боже, это кто такие? Что за звери? Это что за мутанты? Надо сматываться. Ой, не туда. Везет же некоторым. Нам что-то... Я его больше. Он станет побольше, похрупнее, пожирнее. Сделаю второй этаж. Еще рано задуматься, это только первая серия. Коробка может быть просто коробка. И ничего больше. Я попробую потом его улучшить, построить его красивеньким. Гладким. И красивым. Черт, я так умру. Ой, мои уши. Подолбали уже. Малыши, толстячки. Толстые. Червячки. Везет же некоторым. Мне. Домик получится так и вот. Натурально. Тигр ушел. Ну и ладно. Нам даже лучше, что он это свалил. Так. Да. Надо жарить жратву. Жрать. Птичка дой хавать. Чё? Так. Блин, я еще даже печку не делал. Я идиот. Так, делаем вот так вот. Короче, не важно. Потом заберем. Дорого забираем. Варим. Доим. Трич! А! Не ту кнопку нажал. Ты уже сумасшедший какой-то. Так, теперь самое главное не умереть с этой складской крышей. Крыша позора. Ура. Жрать пора. Короче, пошел. Ой-ой-ой-ой. Я хочу еще когти льва. Ага. Ну, на этом первая серия может заканчиваться. Всем удачи, до новых встреч. Пока.